больше опухоли, пожалуйста. Надо было все-таки панцирь обрыть. Гляньте, как машинки убивают. Два. Так, ты, кстати говоря, тоже будешь два. Два СЗ. З для Зерлинга. Так, опухоль. Да кто? А как вы атакуете-то меня? Господи, воздушные юниты. Больше королев. Вот что нехорошие какие штуки-то, а. Кстати, нужно было еще и эволюции поставить. Вот что я не догадался. Говори скорее. Не тронь. Не тронь маленького. Так. Зарабатывает какое-то достижение. Невыполнимая команда. Почему невыполнимая команда? Выполнять. Мы почти дошли до цели. Кстати говоря, 2СЗ. У меня большие проблемы, потому что нужно пробивать очередную горгону прямо сейчас. Преграды. Иначе эта штука долетит. Знаете, она как близко уже. Крейсер почти долетел до главного улья. Да какой крейсер? Гнездо слепней. Да, работаем, погодите. Сейчас мы тайно. Я иду. Не проложим мы тайно с этим туда. Они пожалеют об этом. Я в три. Давай, иди там. Что теперь? Это мой мир. Как они все это видят, я не понимаю. И где? Где? Я ж поставил только что тумор. Почему он не распространяется? Ну уже, давай. А, эта тварь отстреливает все. Наши войска должны избегать боя с горгоной. Ее может уничтожить только гнездо слепней. Я понимаю. Но эта штука сейчас меня раздавит. Давайте, гиденьки, просто сожрите слепней. Ой-ой-ой-ой-ой. Тебе меня не хватало? Ой-ой-ой-ой-ой. Быстрее, быстрее. Атакует улей. Нет, он все убил. Скотина. Скотина, он все уж. Пробуди еще одно гнездо слепней. Не могу. Не могу пробудить гнездо слепней. Тварский крейсер. Спрячьтесь вот тут. Я слушаю тебя. И где вообще, почему туморы не работают нифига? Говори скорее. Почему туморы не работают? Почему ничего не работает? Зараза. Все ж королев строить адмиралов куча, еще одна штука на 5 часах. Ладно, мы ж сохранились. Ух ты ж, тяжело. Рейдж-квит. Да нет. Мы пройдем. Я на самом деле, мне кажется, мог бы пройти эту миссию, все будет хорошо. Покупай Sacred. Ну да. Только Радианс будет этот крейсер жечь полгода. Тумор виден, когда образуется. Я знаю, но я надеялся, что он образуется до того, как кто-либо это увидит. Так, новый крейсер уже вылез. Нужно быстренько распространить туморы. А еще, что я хотел? Так, хач нужно заказать? Нужно. Обязательно. СЗ. Но нужно просто собрать критическую массу зерлингов и навалиться. А не так, как я по одному зерлингу посылаю, они по одному зерлингу очень хорошо зерлингов уничтожают. А еще я подумал, так, можно... А, нет, не можно. У меня нету гнезда. Б, гнездо гиблингов Б. Больше. Надзирателей нужно тоже построить, да, знаю. Так,
Ну интересно, у меня собралась уже критическая масса. А, ты ж, я забыл, что тут две собаки сейчас придут еще. Ой, собаки. Крой жаждет крови. Ладно. Да куда вы-то полезли? Господи, ну не умирайте ж так тупо. Я сокрушу любые преграды. Что это? А, самолеты пришли. Рой не знает усталости. 2СЗ, пожалуйста, все быстрее, слушайте. Больше зеленого. Покончим с этим. У нас мало времени. Это мой мир. Рой не знает усталости. Я сокрушу любые преграды. Вперед! Так, все, теперь нужно немедленно нападать. Да. Если я не нападаю сейчас, эта штука меня изживет. Больше надзирателей. Так, теперь мы берем F2. Я иду. И погнали на прорыв. Покончим с этим. У нас мало времени. Крейсер почти долетел до главного улья. Нам срочно нужно еще одно гнездо слепней. Не знаю, усталости. Я иду. Тебя никто не спрашивал. Так, ребят, я извиняюсь. Это мой мир. У меня тут некоторые проблемы. Покончим с этим. У меня некоторые большие проблемы. Сейчас крейсер начнет мочить, да, моих врагов. Я сокрушу любые преграды. Говори скорее. Вперед! Тебя никто не спрашивал. Наши войска должны избегать боя с Горгоной. Ее может уничтожить только гнездо слепней. Какие войска-то? А, зерненьки. Ну быстрее. А, стоп, ты же можешь отложить сама личинку. Можем строить столько на свете. Давай, все, готово. Убивай же. Пошла возня. А мы тем временем создаем больше. Больше. Еще один. Ворфилд, отдай мне эту планету. Никогда, Керриган. Генерал Ворфилд высылает еще один крейсер. Так, этот ров полон костей, и все это кости зергов. Совсем скоро и твои будут лежать там же. Наши войска атакованы. Стоп, кем атакованы? Тут враги, что ли, какие-то? Нету врагов. Я слушаю тебя. У нас мало времени. Быстрее. Больше зергов. Больше зергов. Я сокрушу любые преграды. Рой. Нет, сейчас тебе нужно достаться всю армию. Выкладывай. Рой не знает усталости. Распространяем крик. Распространяем крик. Ну, распространишь ты крипчику. Это мой мир. Да. Ой, а как я распространю крипто, когда тут уже корабль летающий? Я иду. Рой не знает. Давай. Убивай. Это мой мир. Выкладывай. Покончим с этим. Так, нужно убегать отсюда вообще. Я сокрушу любые преграды. Я иду. Вперед! Рой не знает. Так, как два, да, армия стоять. Сейчас мы... А, нет, ну, конечно, он увидит и убьет. Ладно, нормалек, все пока в порядке. Он не видит, а тут черви такие шасть.
Это мой мир. Покончим с этим. А где все дальше? А, вот они. Рой жаждет крови. Никого не жалей. Это мой мир. Я иду. Почему мы не атакуем? Пленный. Атакуем. Крейсер почти долетел до главного улья. Нам срочно нужно еще одно гнездо слепней. Да-да-да, мы работаем. Они послали ворона для обнаружения опухолей. Уничтожьте его немедленно. Где ворон? Где ворон? Не вижу ни одного ворона. Хотя ладно, мы еще можем немножко подождать, если так честно сказать. Покончим с этим. Вперед! Я сокрушу любые преграды. Говори скорее. Почему да. моя армия не атакует? Тебя. Это мой мир. Тебя никто не спрашивал. Что за бульдозер постоянно? Рой жаждет крови. У нас мало времени. Рой не знает усталости. Да ну зачем вы бьете пушку? Гляньте там сколько противников, непонятно. Да. Вперед! Попробуй справиться со мной. Этот мой. Не стреляй меня, не стреляй меня, противный призрак. Это мой мир. Так, фух. Я слушаю тебя. Пора. Невыполнимая команда. И больше зерлингов. Ищи кости. А где кости? Точно, а где кости? Одну опухоль в другую сторону. Серж, воткни 4 хаты. Серж, больше инкубаторов. У тебя 3 минералов. Окей, хорошо, сейчас сделаем. А почему он бьет-то меня? Крейсер разрушает наш улей. Пробуди еще одно гнездо слизней. Все. Готово. Мы потеряли еще один корабль. Ты заплатишь за это, Керриган. Керриган. Мне так нравится, когда они говорят Керриган. Они говорят Керриган. Мы можем строить столько атакует улей. Эй, они еще и просветку дают. Атакованный. Вот урода. Тебя никто не спрашивал. Так, нужно, кстати говоря, 2 ку-ку-ку. Ку-ку-ку. И С-З. Что это? Что это? Научное судно, понятно. Я слушаю тебя. Я иду. Найти кости биомассы. Я сокрушу любые преграды. Что теперь? Попробуй справиться со мной. Ну, больше собак. Нужно постоянно строить собак. Это все, что я понял. А еще где мои королевы? Все. Выкладывай. Все ничего не умеют. Никто не хочет сражаться. Я тоже сокрушу любые преграды. Как спуститься вниз? Почему вниз? Покончим с этим. Почему газ не можем забрать? А нет, можем. Окей, все сюда. Все сюда, я сказал. Ну, мне не по одному же туда идти. Что там? Что-то меня убивает, никак не понимаю. Где мои королевы? Ладно. Выслать еще одну горгону в бой! Выкладывай. Там еще вон... Это мой мир. Парни работают с хайграунда, по которым никак не попасть. У нас мало времени. А, так их вообще никак не убить. Я слушаю тебя. Печалька. Этих ребят никак не убить. Нужна разведка какая-то мощная. Так, горгона выслана. Роя дофигища. Оверлорд нужен, я придумал. Будет оверлорд, убьем всех. Так, кстати говоря, про оверлордов. Как у нас там? До оверлордов вообще у нас дофига. Так, пожалуйста, опухоли. Ты накакала? Накака еще одну. Больше опухоли. Так, ну и теперь 2 СЗ. Больше собак. Где вся моя армия, никак не понимаю. Это все, что осталось? Беда. Наверняка где-то тут должен быть труп зерга, ну вот 100%. Кстати, горгон-то осталось совсем немного. Выкладывай. Так, грейды. Точно, у меня же была
Или это я в прошлый раз ставил? Значит, не было. Б, как Е, Б, В. Месторождение минералов выработка. Окей. Так, собачки подходят. 2С, З, больше, больше личинок, больше собак, больше личинок. Я слушаю тебя. Да. Им не уйти живы. Говори. F2, я сказал, стен твой. Месторождение минералов выработано. Никого не жалеть. Выкладывай. Где же кости? Вот она, нашел. Так и знал, что кости это здесь. Так, 10-й уровень Керриган. Замечательно. Им не уйти же. Так, а нужно ли мне дальше ломать базу? Ребят, кто знает, где третья кость? Один труп сверху, другой здесь. Так, 40 лимит, это вроде да, Серж, вот там возле минералов кости же это сделали. Серж, сохранись и гиблингов делай. Мне нужно базу трогать. Не буду базу трогать, мне говорят, что один труп все равно еще сверху, поэтому сейчас мы будем пробиваться тебя. Наверх. Тебя никто не спрашивал. Благо этого. Рождение минералов. Этого парня убить не составит особой проблемы, просто вот сюда кинул, походи, и все. А пока нужно 2С и куча собак. Новую кучу, в смысле. Так, F2. Да. Очень тяжело, на самом деле, оперировать всеми этими гениями. Крейсер почти долетел до главного улья. Потому Но что... срочно нужно еще одно гнездо слепней. Потому что я постоянно пытаюсь послать в бой хатчери. Я нажимаю 2 вместо F2. Говори скорее. В бой идут 3 моих хатчери. Ну, вернее, не идут, но очень пытаются. Потому что не могут противостоять воле королевы клинков. Покончим с этим. Наши войска атакованы. Рождение мигалов. Так, мне показалось, ли там танк откуда-то поймут? Не, не показалось, никто что не точно спрашивал. Танк. Я сокрушу любые. Говори скорее. Так. 2SZ. Я слушаю тебя. Погнали на бункеры. Рой не знает усталости. А, вот последняя кость. Что теперь? Месторождение минералов выработано. Говори скорее. 2SZ. Ну, в принципе, миссия пройдена на самом деле. Мои собаки немножко тут погребали. Можно, в принципе, я думаю, уже уничтожать последний крейсер. Должно у меня хватить на все времени. Куда вы? Офигеть! Рабы поползли. Что это такое? Что это вообще такое? Выслать штурмовой отряд к этому гнезду слепней, пока зерги не активировали его. Очередная горгона уничтожена. Разбуди еще несколько гнезд слепней. Внезапно до них дошло, что их убивает. И это, конечно, не может не радовать. Да почему ты не можешь убить его просто? Говори скорее. Давай, 4 морпеха ты должна упасть. Все, вперед! Готово. Так, а где все мои королевки-то? Биомасса получена. Хорошие гены. Блин, у меня королевы-то кончились? Да. Чем я буду распространять слизь в эту сторону? Я слушаю тебя. А еще тут штурмовой отряд целый, господи. Пожалуйста, быстрее вылупляйтесь. Собаки. Тебя никто не спрашивает. Бой. Не трогайте мой улей. Они сейчас перебьют моих свеженьких королевок. Ну только последнюю не убивайте, господи! Как так-то могло случиться, что вы всех королев перебили, а? Рабочие даже с газа приехали, чтобы не дать моим противникам меня. Рой жаждет. Победить. Я слушаю тебя. Рой жаждет. Ладно, погнали. Мы поведем вот эти вот опухоли назад. Я чувствую, что это будет единственный наш шанс. А, нет, они слишком медленные. О, королевка, есть королевка, есть королевка, бежит королевка. Умничка. Когда будет лазер?
Ребят, я ладер не играю. Я думаю, что вы можете эта догадаться. Эта планета принадлежит Доминиону Тиранов. Я не отдам ее. Я думаю, что вы можете догадаться, по каким причинам. Это ведь твоя последняя Горгона. Так, покакали. Теперь быстрее, быстрее. Нужно больше. Давай, на самую грань отклад. О! Две новые подползли. Что там болит? Господи! Там еще враги, оказывается. Говори скорее. Так, ну королевки только, пожалуйста, оставайтесь. Блин, вот тут. Тебя никто не спрашивал. Отложите, пожалуйста, еще личинку. Выкладывай. Так, пробуждаем, пробуждаем, ребятки, пробуждаем. Давай, сейчас, сейчас, сейчас. Все, победа. Фух. Надо же. Какая долгая и тяжелая миссия. Отступить! Повторяю! Всем войскам Доминиона, находящимся в костяном рву, срочно отступить! Мы потеряли ущелье! Керриган, это Ворфилд. Я знаю, что ты меня слышишь. Хочу кое-что сказать тебе. Приводи сюда весь свой рой. Приводи всех, кто у тебя есть. Тогда мне не придется разыскивать оставшихся, когда мы уничтожим тебя. Увидимся на плато Бесстрашия, старик. Какое забавное совпадение. Гнездо Керригана оказалось ровно столько, сколько крейсеров у Ворфилда. Ну, видите, она все предвидела. Ой, появились картинки наконец-то, глядите. Правда, мне опять... Не дайте Горгону уничтожить больше 3 боевых единиц. А когда это они уничтожили у меня столько боевых единиц? Разрушите 3 станции наблюдения. Но я одну хотя бы уничтожил. Ладно, неважно. Фух. Все. Миссия пройдена. Можно наконец немножко расслабиться. Что у нас там со временем? Времени уже, конечно, наверняка полно. Надо идти в магазин. Я чувствую, что ненависть моей королевы пылает подобно солнцу. Но есть и кое-что еще. То, что я не могу понять. Это боль, Иша. Иногда даже ненависть не может затмить мои воспоминания. О враге, который победил тебя? Нет. О лучших временах. О друге, которого я потеряла. Моя королева, ты стала сильнее. В личных покоях ты можешь выбрать новые способности. Фух. Они тебе полбазы снесли, неправда. Спасибо за безудержное веселье. Удачного дня. Ну, извините, какое было. Так, еще один напоследок. Напоследок мы послушаем все диалоги и выберем улучшение. Частота кадров 24, задержек использования ресурсов 3. Местное время 13:41. Да, на 40 минут я уже опаздываю. Давайте поговорим сначала со всеми, что у нас тут Иша, интересного. Когда королева клинков... Когда я командовала роем здесь, на Чаре, какой я была? Могущественной. Ты сделала нас сильными и хитрыми. Мы могли жить вечно под твоим началом. А теперь? Пока ничего не ясно, но рой будет идти вперед. Если ты погибнешь, мы станем служить тому, кто поведет нас. Я глава роя, и если погибну я, погибнете и все вы. Запомни это. Мило. Ой, а это, кажется, мой домашний зерлинг. Твоя стратегия
казалась мне странной, но теперь я ее понимаю. Труды Абатура приносят свои плоды. Помнишь, о чем я тебе говорила на поле боя? Видение. Это искусство быть прозорливой? Нет. Коварной? Абатур, иди к нему. Его работа причиняет боль. Его работа даст тебе умение видеть. Хорошо. Судя по всему, сейчас она реально накачает вот эту вот тетку с стероидами, как не знаю кого, и она будет новой королевой Роя потом, после Керриган. Не нужно читать мысли, чтобы понять, какие у Ворфилда планы на мой счет. Он понятия не имеет, с кем он связался. Новое открытие. Улучшение генетического кода зерглингов. Какое улучшение? Сложно. Генетическая структура разветвленная. Потенциально два новых вида. Скорее внедри их в рой. Виды взаимоисключающие. Гены будут мешать друг другу. Нужно выбрать один, от другого отказаться. Я хочу посмотреть на оба вида в действии. Протестируем в эволюционном отсеке. И что же у нас? Абатур, новый разговор. Одной новый разговор. Что это за звуки? Неудачные эксперименты. Переработка в биомассу. Медленный процесс. Мог бы сначала убить их, чтобы прервать их мучения. Напрасные усилия. Существа скоро погибнут. Боль не имеет значения. Абатур, когда ты говоришь подобные вещи, я почти вспоминаю кое-что о тебе. И чувствую злость. Злость — результат воздействия адреналина, реакция на угрозу. Я не представляю угрозы. Злость напрасна. Не тебе это решать. Зерглинг. Никаких новых зерглингов. И гиблинги все те же самые. Нажми кнопку А, эволюция. Вид зерглинг готов к улучшению. На принадлежащей доминиону планете обнаружена уникальная эссенция. Получить эссенцию, адаптировать зерглингов, уничтожить форпост доминиона. А, это миссия дополнительная. Не, ребят, на сегодня миссии я уже не успею никакую пройти. Время почти 2 часа, я и так задержался. Быстрая единица ближнего боя может преодолевать уступы, прыжками настигает противника. Прикольно. Боевая единица ближнего боя происходит... Порождение происходит практически мгновенно, появляются 3 особи. Вот сворлинги — это прикольно. Я хочу сворлинга в себе. Кнопка эволюции. А, он 2 минуты, это миссия. 10 минут. Она правда короткая? Кто-нибудь из людей, которым я... А, вот Еметик пишет, что она короткая. Ну ладно, если она короткая, то пускай это будет последняя миссия. Погнали. Погнали последнюю миссию быстренько. Я надеюсь, что она действительно короткая. Там делать ничего не нужно почти, она 7 минут. Ну ладно, 7 минут в принципе можно. Зенгов можно создать быстро, большой кризис, использовать их численность, чтобы побеждать крупных противников. А мне, значит, не веришь, а ты тоже писал, да? Ладно, я уже всем вам поверил, как видите. Новая миссия началась. Планета Калис. Форпост доминиона в скалах над долиной. Вне зоны досягаемости. Требуется адаптация. Местные караки атакуют жертву в прыжке. Поглотить карака. Получить эссенцию. Внедрить в генетическую структуру зерглингов.
Ассимилировав эссенцию, Рой сможет атаковать форпост. Так, здорово. Мне нужно каким-то образом ассимилировать эссенцию. Ассимилировать эссенцию — это значит сожрать их?